his impressions with her of some insight that happens in some shamanic space or in exotic space. I drew attention of this person to the fact that his journey was in fact not the discovery of these places or these actions, but rather it was a piece of a very genuine, of a great discovery, of the discovery of yourself. So when we see new beauties, new places, new people, and our new inner states, these states discover us, our new, wonderful and unexpected parts of ourselves. And that's very important, so that we could see and later use these jewels that are inside us. So the process of finding jewels inside us is also what Magda and her partner are doing. So let me, so I am giving the floor with pleasure. With pleasure. Thank you. Giving the floor to them. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо большое. We meet a long time ago in Moscow. Давно уже с вами встречались в Москве. My English was worse than now. Хуже, чем сейчас. He invited us to. Он пригласил нас на медитацию. Мы ничего не поняли. Многие люди нас ждали, но мы не знали, что мы такие важные гости. У нас очень много уже с тех пор прошло. И с Владимиром, и с вами, разных путешествий. Другие гости из России, спасибо вам большое, что вы здесь. И для меня большая честь быть с вами сегодня и вчера. Вчера в других залах, сегодня здесь. Спасибо, что слушаете нас. Сегодня мы хотим поговорить о шаманизме, конечно. Но это наше видение шаманизма. Наше видение, наше транскультуральное видение шаманизма. Мы немного поговорим о Джаума, вместе с Германом. We'll talk a little bit about our history. Немного поговорим о истории шаманизма. We will talk a little bit also about ethnotherapy. И немножко поговорим о этнотерапии. Эмпазения. Так называемые. We will show you songs, music, and invocation. Немного поговорим о музыке и ритуалах и молитвах и призываниях духов. Maybe a shaman's testimonies. Может быть, немного покажем видео свидетельства шаманизма. To talk about the healing field, and of course, we want to finish talking and с помощью шаманизма и в конце хотим с вами Эдика. Поделиться Эдика, так называемой Эдика. Эдика. Эдика – это наше новое предприятие. Мы хотим отпраздновать вместе с вами и пригласить вас всех на этот праздник Эдика. Я расскажу про это позже, что это такое. Так, Джамо, если хотите
хочешь рассказать про нашу историю, пожалуйста. Наша история с шаманизмом, с учителями, с учениками всегда следует за исцелением, чувством исцеления. Мы всегда следуем за жизнью, по жизни за исцелением. В моей семье у меня была проблема с бабушкой, с мамой и с предками вообще. И поэтому я никогда не знал, что мне придется путешествовать и изучать, как мы можем найти различные способы исцеления. У нас есть друзья, у нас есть семья, у многих есть проблемы. И это тот способ, почему мы вообще стали путешествовать и искать пути исцеления на планете. Моя жена Магда всегда показывает мне путь, способ, как быть более присутствующим, иметь такое отношение к людям, чтобы я их слышал, слышал их голоса, слышал эмоции. Это удивительно, что происходит в жизни, когда ты начинаешь быть таким. И исцеление означает быть с людьми всегда, с теми людьми, которые страдают, которые испытывают боль, и чувствовать при этом их. Это значит также всегда быть в поиске и исследовании, как шаманы этим занимаются, как они делают, совершают свои ритуалы. Перед тем, как мы попали в Сибирь, мне сказали: «Джама, я поеду в Сибирь». Это наш друг Майкл Винкельман, он сказал: «Я поеду в Сибирь тоже», который тоже всегда ищет пути исцеления. В общем, шаманизм оказывается более глубоким, чем мы его можем рассматривать. В Каталонии, в Испании, в других странах большинство людей вообще не знает про шаманизм ничего. В моей семье брат говорит: «Ты что, этот шаман, что ли, прыгающий, звенящий?» Он ничего не понимает, и люди не знают о шаманизме. А ведь мы же с вами тоже семья в каком-то смысле. И вообще в своей семье нужно понимать, что есть разные состояния сознания. И шаманизм возник в Сибири, по крайней мере, как слово. Поэтому мы туда и поехали. Несколько лет назад наши друзья в Барселоне сказали: «Ты что, зачем ты поехал в Сибирь? Там же страшно». Я сказал: «Там же медведи, там же шаманы». Я говорю: «О, классно». И одна студентка мне сказала, она приехала из Эстан, это не Казахстан, из Узбекистана она приехала, или откуда. Она привезла плов, борщ. Это как испанская паэлья. Вот, так мы говорим на одном и том же языке. У нас одинаковый шашлык, борщ. Я обнаружил, что мы, вся планета, у нас очень много общего. В Узбекистане там тоже есть шаманы.
Мне говорят, ты что, с ума сошел? Но Илона, скажи-ка мне, пожалуйста, как ты там жила? Как ты там выжила? Тебе нужно компанию какую-то свою организовать, чтобы об этом рассказывать, чтобы люди тебе верили. Ну что же, она создала свою компанию и теперь организовала туризм туда, из нашей страны. И, например, очень много суфиев в тех странах, и тоже к ним стоит ездить. Вот Бернадет, вы можете узнавать на фотографии. Мы несколько дней в юрте прожили там. Участвуя в холотропных дыханиях, и это было удивительно. Я у стенографа спросил, Эстан, это что, ты там был? Он говорит, да, Узбекистан, Казахстан, все эти места, где можно жить в юртах, туда можно ехать и дышать, почему нет? Даже вместе с местными шаманами. Поэтому у нас есть места в мире, на планете, где мы лучше можем исцелять эго, это точно. Места, где мы можем улучшать себя. Эмпагения — это метод моей жены, она о нем расскажет. Это не метод. А, я уже неправильно назвал. Это не метод. Это возможность, это способ. Вы знаете, конечно, что все шаманы... Это термин, coined by us. Они, кого мы видели, глубокая сила шаманов помогает с помощью эмпатии соединяться с очень глубинной частью человека. И, конечно, эмоциональный интеллект здесь играет роль. И понятие патологии, и о том, что говорит Гроф и Рован, это очень известные вещи, все, что было сказано до этого. Но я хочу использовать слово «эмпагения», чтобы говорить об этой способности, которая проходит от шамана к клиенту вне слов, вне каких-то внешних выражений. Мой вопрос шаманам был таков: как вы считываете, как вы понимаете, что происходит в человеке? Как вы чувствуете? И всегда мне они говорят мне что-то новое. Я всегда узнаю что-то новенькое из их ответов. Я психолог, психотерапевт, профессор, преподаватель в университете. Я также антропологию преподаю. И для меня все это важно, научное объяснение. Но с другой стороны, я хочу узнать, что происходит, как они это делают в этой коммуникации, в этом общении между шаманом и человеком. Я хочу узнать секрет, обнаружить его. Это такие прекрасные рецепты мне были даны. Спасибо. Я так благодарна, что бывают такие объяснения, ответы шаманов. В общем, я сказал, что имею в виду под словом эмпагения. Магда рассказал про эмпагению. Вот наш друг еще один здесь сидит, вы можете видеть. Коуч, френд, друг, тренер. И я вижу, как он через свои очки соединяется с эмоциями. Потому что это трансперсональная семья.
Сейчас этот человек стал нашим членом нашей ассоциации, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы стали членом нашей семьи. Мы как бы здесь все в одной лаборатории. Мы все учимся, как можно объяснить нашу историю, нашу работу. На этой конференции я видел разные мастер-классы. И вчера казанский воркшоп. Люди из Казани. Тот мастер-класс был удивительный. Там такой метод был показан. Я очень вдохновлен всей нашей конференцией. И я хочу показать вам Магду в юрте. Вон она. Мы работаем с нашей личностью. Нам нужно некоторое пространство, место. Нам нужно чувствовать себя более-менее хорошо. Нам не обязательно страдать. Когда мы в своем состоянии, в своем пространстве, мы можем быть лучше и быть лучше относиться к другим, когда мы в условиях, которые предполагают исцеление. Что такое этнотерапия? Это такие путешествия, и это не какое-то агентство путешествий. Это какие путешествия-то я имею в виду? Это те путешествия, которые позволяют людям чувствовать, испытывать и проживать более глубокие состояния, чем просто приехать куда-нибудь и провести там как турист 20 дней. Наши путешествия затрагивают людей, касаются их сердца. Из Эстонии, Аполлина, и из России, Ирина. Привет, Ирина. Мы вместе с тобой были в Сибири прошлым летом, в июле. И мы постоянно были в контакте во время наших путешествий. Мы видели многих шаманов, разных шаманов. Кто-то из группы сказал: «О, Джама, что произошло сейчас?» Все шаманы говорят мне то же самое, хотя они-то между собой по телефону не общаются. Почему они про меня одно и то же говорят? Это послание. Они все тебе говорят об одном послании. У каждого шамана есть свой, отличный от других, способ исцеления. Но и нам нужно доверять им, особенно если они говорят об одном и том же. Вот группа в Самарканде, вместе с ними мы тоже путешествовали, там очень много шаманов. Но одна из них, одна из женщин, вернее, одна была очень удивительной шаманкой. Угадайте, какая? Которая в центре первая. Оксана. Да, мы ее знаем. Я не знаю ее лично, но я чувствую, что она шаманка. Да, мы чувствуем силу, и эта сила наша. Мы через свою силу понимаем силу другого. Как мы сейчас поняли, что она шаманка? Правильно? Я первый раз, когда со Стивеном в Калифорнии встретился, я почувствовал, что в нем столько силы. Но мы иногда не придаем значения тому, что у нас самих есть силы. Благодаря исцелению и принятию факта, что я здесь, я могу чувствовать силу, гуляющую между нами. Даже в нашей трансперсональной семье мы можем чувствовать силу друг друга, то, что мы приехали сюда. Мы можем читать эти листовки.
Сейчас хочу зачитать. Зачитай сейчас. Ты удивил меня своей просьбой. Почему я позвал Алана? Потому что одна из важнейших вещей, что мы делаем в Евротасе, это формирование послания. Почему мы собираемся? Чтобы быть сильнее. Приходите сюда тоже на сцену, Ирина, приглашаю вас. Те слова, которые вам сейчас расскажут, эти люди имеют очень сильную энергию, которая нас всех вдохновляет быть вместе. Мы команда. Мы не только просто индивиды на этой конференции, которые потом разойдутся. Магда объяснит вам, о чем расскажут эти люди. У нас Алан тут. Он прочитает наше послание, нашу новую организацию EDICA. Я очень рада, что Алан может прочитать об этом, потому что он нам очень сильно помог в этом и переводил на английский это послание. Поэтому я вас и попрошу. И позже мы отпразднуем этот новый отдел наш, EDICA. Так, новое отделение трансперсонального образования EDICA. Это о традиционной медицине и техниках, которые вовлекают очень серьезные концепции жизни и смерти, различные состояния сознания, которые поднимают очень серьезные вопросы исцеления. Дух коренных народов, коренной медицины – это проект всей жизни. И наш долг, как филантропов и ученых, это помочь всем культурам планеты, чтобы они имели доступ к нам всем, чтобы они не были подавлены экономической нецелесообразностью или другими текущими последствиями. Я хочу, чтобы их существование продолжалось, и мы все, антропологи, ученые и психонавты, могли бы собраться вместе и узнать об этих коренных культурах, которые уже находятся на грани вымирания из-за глобализации. Итак, основная инициатива EDICA – это собрать вместе практики коренных народов, также шаманских практик, и интегрировать шаманские традиции и практики в трансперсональную систему ценностей, и также собрать профессионалов со всего мира, создать трансперсональную антропологию и сертифицировать шаманские практики, помочь собрать вместе трансперсональную терапию и психотерапию в принципе. Я бы хотел еще здесь добавить, что наше новое объединение тесно работает с
со специалистами различных направлений терапии, психотерапии и ученых научных знаний. Мы работаем с необычными состояниями сознания, изучаем их, исследуем практики коренных народов, ищем к ним научное обоснование. Я хотела бы, чтобы мы все сделали свой вклад в развитие этого подразделения. Спасибо большое. И вот последние минуты нашей конференции, поэтому я хочу, чтобы весь этот год мы были воодушевлены нашей работой и продолжали работать на местах. Итак, вот Самарканд. У нас там было много сессий, в том числе с суфиями и в Дагестане. Okay. Then now we are теперь taking a small moment for a small meditation. Момент для того, here, чтобы in this conference, many здесь, people, на конференции, у нас много людей, я не знаю почему, говорили о Кастанеде. Не знаю даже почему. Но я, конечно, понимаю, почему. Is an honor, yes, это потому что благодаря фильму Владимира, Many people have been talking about the second attention. О втором внимании, термине кастанедовском. Even someone, Rainer, went out, talk about stop the wall. Когда мы говорим остановить стену или трансцендировать куда-то, в общем, все это кастанедовские термины. I don't know, maybe, have talked about the first attention. Но никто не говорил о первом внимании. Или кто-то говорил о первом внимании. Do you know? Вы знаете, что... Do you know what is first attention? Someone, do you know? Первое, что такое первое внимание? А, third, третье, извините, третье внимание. Никто не говорил о третьем внимании, так называемом. Спасибо, меня поправили, я неправильно произносил по-английски слово. Третье. Итак, третье внимание. Это предложение мексиканского Виктора, мексиканского ученого Виктора. Это такое внимание, который передает сущность, фабулу, когда что-то проходит в тебя. But there is a small meditation, есть маленькая медитация, которая может помочь вам, приблизиться к этому опыту. Первое внимание — это третье внимание, это когда вы видите дерево, и вы одновременно не видите дерево. То есть вы видите то, что никогда не видели раньше. Когда вы видите силуэт и этот лист и свет, который пронизывает лист, вы можете это даже здесь сделать. Посмотреть на свет и попробовать вырезать из него силуэт. Силуэт, рамку, форму и попробовать войти в это третье внимание и увидеть то, что вы никогда не видели, где ни разу не были до этого.
You can do вы это можете сделать прямо сидя здесь. Вы можете, если хотите, как Шаман Гуан делает, встать down. Или походить. Но... And for helping you, и we are чтобы помочь вам, мы включим небольшое видео мексиканского шамана, который поможет войти в это состояние третьего внимания. Then breathe deeply. Вдохните глубже. Выдохните. And look for point. Найдите любую точку, любой объект, предмет, силуэт любого предмета, который вы видите вовне. Да, спасибо. Возвращайтесь. Приглашаю вас под такие вот песнопения чувствовать это третье внимание, что есть между вами и объектом, и вообще, где вы есть и кто вы есть. У нас из Мексики очень замечательные друзья тоже есть. Прошлой весной, летом и зимой мы туда ездили. Может быть, хочешь немного сказать про опыт в Мексике? About Mexico, well, I would like to motivate to come to Mexico in December. В Мексике мы были летом и зимой в декабре. I would say that it's a so amazing country. Я бы сказал, это такая удивительная страна с такими удивительными людьми. Well, I could not resist. Maria, я не мог. Мария, могу вас сюда пригласить? And Sven? И Свен? Two very good friends from Mexico. Это наши очень хорошие друзья из Мексики. And они нас сюда пригласили. And yeah, we want to invite also all members of EDICA. EDICA is now is small, but we want EDICA, to. Хотя их сейчас немного. We hope it will grow. Мы надеемся, что
состав. Эдики вырастет, растет. Ганс, Алан, Франц, Ирене, все члены подразделения Barcelona, Эдика, который реализовывает путешествие и помогает нам всем, Владимир. Please, также come, это Vladimir. Те люди, которые, в принципе, помогали с этой конференцией. Николай Орсак, he said he will come. No, here. Okay. And Tagina, okay. Все здесь. From Germany. Ирина, Герман. Then, всем привет. Всем привет, привет. Let's celebrate. Давайте отпразднуем новое образование, новый отдел, департамент. И этот опыт на этой конференции. Я бы больше не хотел уже говорить о тех местах, где мы были, потому что самое важное здесь — это вы. И все, что мы можем сделать, это вместе сделать будущее вместе с вами. Мы создаем трансперсональное будущее. We have so interesting, so amazing people. У нас такие here. Интересные, замечательные people люди здесь. People now flying to Germany. I appreciate very much the speech. Спасибо большое, Герману, и всем, кто говорил сегодня. The baptism of Edika. Of Edika. Вика, Инга. Давайте с помощью музыки и бубна. Где твой бубен? Нужен будет? Сейчас принесу. Ага, вот твой горн. Сейчас мы скажем шаманские слова произнесем, о которых вы никогда не забудете. Это значит, что мы все... Это значит, мы все одна семья, мы все родственники. Мы все родственники. Повторяйте с нами. Оматакуячи. Оматакуячи. Сказать большое спасибо. This presentation is finished, but conference is not yet finished, and I want to say several concluding words. Но конференция еще нет. Я хочу сказать несколько слов. Конференция еще не закончилась. И прежде всего.